Красота и здоровье ваших губ. Красивые и здоровые губы. Часто возникает у нас вопрос, как нужно ухаживать за губами. Наши губы регулярно подвергаются отрицательному воздействию внешних факторов. Это и неудивительно, так как они все время находятся на виду. Прикрыть их одеждой невозможно. Красивые, ухоженные губки так и притягивают к себе взгляды окружающих. Чтобы они не выглядели потрескавшимися и обветренными, очень важно все время заботиться о них. Помни о том, что данная часть нашего тела нуждается в дополнительном уходе. Защитный бальзам – это один из простейших советов по уходу за данной областью. Использовать такой бальзам необходимо как в зимний, так и в летний период. Зимой он поможет защитить тонкий кожный покров губ от обветривания, а вот в летний период убережет его от вредного воздействия прямых солнечных лучей, которые очень сильно сушат кожу. Наносить такой бальзам на губы следует за 10 минут до выхода из дома. Подождите 3-4 минуты, после чего поверх бальзама нанесите блеск для губ или помаду. Существуют также разнообразные домашние маски для губ. В следующем ролике вы узнаете о масках для губ. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.